шел разрыв, разрыв у складки времени. И мы оказались в ситуации свободного полета. Мы пока не понимаем, где дно и каким оно будет, и чем все закончится. Более того, большинство людей не хотят про это думать. Кому-то сложно, кому-то страшно, кто-то не понимает, как вообще думать. И действительно, кризис, который мы переживаем, он сопоставим с самыми большими историческими катаклизмами. Мы сейчас свидетели организации новой системы мира, да, системы глобализации, которая была до этого, рухнула. Я предупреждал, что это произойдет. Это была предсказуемая вещь. Непонятно было, где треснет, и где лопнет, и где начнет проливаться первая кровь. Но она, к сожалению, только первая. Дальше будет еще в самых разных регионах всего мира. Это Третья мировая война. И зона комфорта покинута. Вот. Люди, правда, поскольку дна еще не ощутили, думают, что этот полет — это невесомость, это просто новая нормальность. Нет, это не нормальность. Нам предстоит серьезная мобилизация, перестройка там, и так далее. И мне кажется, что очень важно к тому, что будет происходить дальше, подготовиться. Прошел период складки времени, а проблемы, которые мы там накопили, они пока с нами. Мы пока не определили, кто мы такие, мы не определили, чего мы хотим, и думаем мы пока очень поверхностно, не охватывая всего объема ситуации, положения вещей и собственной жизни.